Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем проходить Dead Space 3, преследовать этого, как его зовут, Даника. Мы вчера по-пацански закончили, сегодня по-пацански начнем. Так, да, поезд в один конец, сейчас по нам палить будет, если ты уже забыл. Это вчера было, да. Где, вот. Уехали они? Держите, Даник. А, все, мы избежали этого. Хорошо. Нет. Ну-ка. А, они спускаются. То есть сейчас по нам будут палить. Почем зря, как обычно. А мы будем использовать этот... Как он называется? Резак. Мы будем воевать резаком, потому что он на дальняк вроде как бьет. Нашим чудесным, прекрасным гранатометом смысла нет вообще никакого воевать в данном случае. Что это? Станина КССК. И что на ее основе можно наваять? Хорошо. Так, сейчас будет бой. Лютый бой, жесткий бой, бескомпромиссный бой. Ой, ломар вы так, это я. Хорошо, я... Куда-то метко попал, что ли? Я так голову нагибаю. Подожди, как лучше надо? Так, вот так. Там бочки. Черт. Я все равно голову нагибаю, да? Ну, извините, что делать? Снес? Да, снес. Тихо. Ну. Подожди-ка. Я вот так не попад... Нет, я убил его. Как надо сделать? Вот так? Да, вот так. Надо правильно сидеть. Тихо. Не-не-не, не торопимся. Спешка нужна при ловле блох. Погашен. Огневая точка погашена. Я молодец, мы молодцы все. А, вот он стоит. Все. Да, все. Айзек, ну ты достал реально, ну. Давай, прыгай. Вон там, на посадочном. Все? Разобрались как надо, да, вроде? А чё, этих нету? Яшечки, где Яшечки? Я хочу Яшечки. Отлично. Сюда, да? Здесь, в принципе, ничего другого нету. Это что? Защитный кожух. А, ну да, да. Угу. Они мне его решили дать в конце игры. Это очень кстати. Я так понимаю, что мы к концу же движемся, да? Ой, какие-то ненавижу, это андроид. Сейчас я на нем зафейлюсь и будет вообще эпик. Так. Да. Это вот так, это так. Ну. Да что ты. Вот по этим стики отвратительно ходят. А. Не всегда они слушают. Замечательно. Так, это что? Это так. Так. Стоп. Так. Да давай, ну. Просрал я. Блин. Так, есть. Так. Ну иди же, почему так нечетко все это работает? Спустись. Так. Так, иди. Все, открыли?
О, слава звездам и галактикам. Это непросто. Особенно учитывая, насколько всрато здесь реализовано управление этими хернюшками со стиков. Так, что, бот на станок идет? В гардеробе доступен новый костюм. Да и хер бы с ним, с этим костюмом. Что это такое? Ну и что? Выключи это. Мы думали, вот он ответ, но мы заблуждались. Луна была источником сигнала, источником безумия. Сделай нас единым. Выключи это. Это ведь не крик о помощи, а призыв к действию. И мы оказались теми глупцами, которые ему последовали. Все, да? Давай посмотрим, что мы тут налобать себе можем, кроме Патриков. Сейчас, походу... Нам этот аптечки понадобятся, я думаю. Ну, металлолом, извините, жопа полная. Его нету вообще. Вот, это мы переработаем. Патронов сколько? 60 только верстак. Потому что вообще, ну, это просто херня полная, лютая. Ибо с патронами жопи-то... Это что-то цепь? Два урон плюс обойма. Посмотрим. Что это было? А! Айзек, ну елки-палки. Ну что за... В смысле, если им бошку отстрелить, все что ли? Да? В Dead Space появились хедшоты? Они были, вернее, действенные хедшоты, я бы так сказал. А ты? Вот санина лютая, нет у тебя нихера. Так. Давай. Но это как так, а? Давай, беги, беги, беги. Вот. Тихо. Да стой, Айзек. Есть. Он готов. А что это в форме обелисков? По-моему, попали, нет? Да, он готов. Моя голова так наклоняется, а вот так если. А вот так если. Кто взрыв... Ох же ж твою мать. Сейчас полезут, наверное, да? Ну пусть они вот с ним разберутся. Все. Сейчас побегут они, мне кажется, вот отсюда. Конечно! Ну-ка. Хорошо. А я тебя вижу, говно. Вот так. Перезаряжайся, Азик. Нам надо аккуратно идти. Очень аккуратно. Тихо. Дай. Вот так. А ну так можно было прочь кучку, чтобы сэкономить патроны. Ладно. Не подумал я. Так было бы тупо дешевле и выгоднее их. И что это? Спецэффект очередной. Преодоление препятствий. Что? Не стоим на месте. Он на стене. Так мы ж вроде с ним разобрались. Или это... А, это что-то новое. Так. И только Айзек может, да? Да. Ну, прекрасно. Нет, а чем его убивать? Извините, я не понял. Ну-ка.
сколько в него надо? Мне интересно. А, все. Нет, это чудесно, конечно. Да, нас познакомили с новыми вражинами, которых, судя по всему, резачком заманаешься убивать. Что там происходит? Оно приближается к лифту. Так у нас с уроном жопито по ходу дела. Да. Ничего я не пойму. Оно всех убило наконец, нет? Нет? Живой? Вот это охереть. Вот это охереть. Так я ж тебя вроде попал, нет? Резак бесполезен абсолютно. С ним надо что-то делать. Он вообще ни хера не дамажит. Да сколько в него? Ну-ка. А, все? Ну это бред. Патроны закончились. Просто-напросто, вот и все. Да. Это очень плохо. У нас закончились патроны. Какая новость? Так, ну-ка. Давай, собирай. Что это такое? Ну. Да. Иди сюда. У нас появляются патроны. Это что? Что за ключ это? А, это дротикомет. Ну это серьезное оружие, да. Так, надо что делать с уроном? Тяжелая стандартная станина. Так. Я надеюсь, станок впереди будет. Игра, ты ждашь мне станок? Ну, чтобы все было не так печально. Да вы подкалываете. Что? Что у меня там по оружию? Жопа у меня там по оружию. Что? Нахер вообще вот это все, этот спуск вот этот вот. А ему похеру вообще. Ну это бред вообще. Оно не дамажит совершенно. Ну и сколько надо в него выпускать? Ну-ка. Ну у меня столько патриков просто нет. А я что, не подобрал аптечку? Зашибись. Надо что-то делать. Сука. А вы охерели, что ли? Все, да? Перелетели? Так, и что мне делать, если патронов нет? Игра никак этот момент
не балансирует? Куда? Назад, назад. Там что-то было. Эх. Пошла отсюда. Да заморозь ты его! Ну, все, мне кранты, короче. У меня нечем воевать. Ну и вот что я, по мнению разрабов, должен делать? Чем я должен воевать? Я руками ничего сделать не могу. Ладно, пошли так, а что делать? По-другому не получится. Да, зашибись. Практически в динамичном шутарке у меня патроны кончились. Пошел нахер. Вот так. Чё там? Чё там надо сделать? Мне абсолютно в оружии дамага нет, просто совсем. Ну мы выжили, чё? Где все? Все мертвы. Айзи Кларк, он расстрелял остальных. Запрашиваю подкрепление. Ну как они до нас доберутся? Отсюда мы можем открыть системы вентиляции. Освободите место для десантных кораблей. Живо. Странный город, инопланетные руины. Верстак. Азик, ты там как? Карри, он тут, он идет к машине. Сможешь его остановить? Готов, постараюсь попасть в город. Встретимся уже на пути. В Dead Space нету патронов. Давай. Заводи шарманку. Мне вот просто интересно, а дальше-то как воевать? Энтузиазмом, что ли? Ладно, пошли, чё. У нас внезапно получается, больше будет ничего не собирает, да? Урон плюс обойма. Ну-ка давай посмотрим. Что там? Два урон плюс обойма. Перезарядка плюс урон. Урон плюс темп стрельбы. Перезарядка плюс урон. Два урон плюс обойма. Ну давай мы тоже здесь сделаем два урон плюс обойма. А что я убрал? Нормально, ну-ка. Сколько стало у меня, интересно. Зашибись. Играем, конечно, вообще. 13? Да, у меня стало 13 патронов. Это прям то, к чему стоит стремиться. Вообще прям... херова туча стазисных батарей. Так, а что делать-то? Я даже не знаю. Ума не приложу, что делать. Так, что здесь, где здесь? А, я обратно иду, да? И самое главное, боты молчат. Ресурсов нет. Иди сюда. Что, текстовое сообщение. КССК. Личный дневник доктора Эрл Серано. В черепах существ имеется 6 отверстий, каждая из которых ведет в резонансную камеру, чем-то схожую с нашей носовой полостью. Когда через отверстие проходит струя воздуха, она попадает на акустическую мембрану, которая модулирует звук, открывая и закрывая разные мембраны. Существа издавали ноты. Ой-ой-ой, обойма. Ну, ладно. Игра любит нас. Прям любит. Что?
Это деформированная луна на орбите. Вот что управляет обелисками. Это и есть конечная форма этих существ. Точнее, должна была бы стать. Но жители этой планеты построили машину, которая заморозила Луну и все в ее переходном состоянии. Этого было недостаточно. Даже не завершив трансформацию, Луна с помощью сигнала обелисков связалась с обелисками в своем родном мире. И не только с ними. Есть целое братство Лун, рассеянных среди звезд, полностью трансформировавшись. Луны создают общую ментальную сеть, оповещая друг друга. Если бы эта Луна достигла конечной формы сюда в поисках пищи, нагрянули бы ее собрать. Братья. Но мы не должны терять надежды. Местные жители не успели до конца сконфигурировать машину. Она не просто способна заморозить Луну, она может ее уничтожить. Тебе понадобится кодекс. Он — ключ, который разблокирует машину и позволит задать нужную конфигурацию. Иди по моим следам в самое сердце машины и положи конец этому кошмару. Хорошо. Карвер, ты слышал? Если правильно перенаставить машину, она может разрушить Луну. Что насчет Даника? Недостаточно просто остановить Даника. Мы должны заполучить кодекс. Лишь в нем есть ключ, чтобы переделать машину. Вот только Сирано заблокировал доступ к какими-то символами инопланетян. Я постараюсь найти способ обойти это. Так. Инопланетная передача. Открыть. Что это, палка вниз? Вот так, по-моему. Подожди. Блин, что за бред? Или две их вниз было? Одна. Чего без этого не было? Да что ты делаешь? Это значит вот здесь тогда, вот. Вот. Так, есть. Дальше. Дальше, дальше, дальше. А, две, значит, в середине две и низ точкой. Две, а ну-ка. Так, она есть, а третья? Две. Да, все. Открывай. Открыто. А, так оно было открыто, что ли? Короче, я ничего не понял. Что за херню сморозил? Почему мои боты бездействуют? Бот ждет на станке. Остановка. Ладно. Это что? Инопланетный город, наверное, да? Бог ты мой! Срань господня. Похоже, то самое место. Это должна быть машина. Я так понимаю, добрались? Да уж. Пообещай мне, если я облажаюсь, ты завершишь начатое, ладно? Давай вместе, Карвер, ты и я. Да, но если я не... Это из-за меня мы в такой передряге. И мы так близко, что... Ну, ты понимаешь. О чем ты? Ну, просто за все, что я натворил. Раскнись, Карл, ты славный мало. Да. Я разрушил свою семью, не смог удержать сына. Айзек, я убил Сантос. Не слишком ли много для славного малого? Хорошие парни полны благих намерений, просто иногда они заводят в ад. Мы философы, бродящие. Ага, сожалею об Элли, старик. Я тоже. Я тоже. Ганнер Райт. Сюда, расчистись, завял. Смотри, это Даник. Еще не все потеряно. Шагу назад, точно. Вперед за кодексом. Так, и все, Карвер исчезает. Я думаю, что мы все-таки вернемся к верстаку, потому что нужны патроны.
Дерьмо, Айзик, эти дороги сходятся прямо рядом с Даником. Нет, игра мне дает все, что угодно, только не патроны. Так, иди сюда. Тут какую-то там капельку наклепать этих патронов. Ну это ужас просто. Идем на последних соплях. Как дальше проходить, я хер знает вообще. Давай. Где он? Стану. Здесь что-то... Это что? Инопланетный артефакт. Найден артефакт. Личный дневник доктора Эрл Сирана. Лагерь разбит на самом краю участка раскопок, поэтому теперь мне отлично видно, что к чему. Каждый день приносит новые невероятные открытия, с которыми человечеству доселе не приходилось сталкиваться. Вчера мы как раз пробивались через огромную полость, заполненную леденящим душу зеленым светом. В какой-то момент произошел чудовищный выброс паров в результате контакта двух атмосфер, который случился впервые за века. Туда были посланы группы глубокой раскопки с видеокамерами. Я с огромным трудом сдерживал волнение, получая первые нечеткие снимки, на которых был виден необъятный город с величественной архитектурой и возвышающимися в тумане статуями. Так, понятно. Так, давай-ка заезжай. Металлолом привез. Так. Давай-ка сейчас я вот это уберу. А как здесь всякие эти делать платиновые? Ладно, сейчас разберемся. Урон плюс темп стрельбы. Урон плюс обойма. Урон плюс обойма и перезарядка плюс урон. Давай так. Вольфрам. Нет, а вот всякие эти платиновые, как это делается? Мне интересно знать. Ладно. Давай наклепаем себе. Я надеюсь, что сейчас эти боты сраные оживут и нам скажут, где ресурсы. Давай, пошли. Потому что, ну, херня какая-то. Она была скрыта, я что, зря открывал, что ли? Давай. Теперь. Что-то там откуда-то. Так, сюда. А, сюда, ну давай, пошли сюда. Сейчас будем с резачка хедшоты нарезать, если получится. Аптечек у нас до хера. Даник, немедленно прекрати. Айзек, это ты? Невероятно. Сколько же тебя трудно убить? Ты знал об этом? Нет, ты мне открыл Америку. Даник, что ты знаешь об этом спутнике? Что это такое? Это удивительная экосистема, я полагаю. Оно живое, Даник. Живое, голодное, но не одно. Если выключить машину, оно освободится. А потом вместе со всеми братьями найдут наши обелиски, найдет нас и сожрет нас. С чего ты взял, что муж суит о его намерениях? Наведение, вот корень твоих невидений, корень твоих страхов. Даник, выслушай меня, Даник, ты меня слышишь? Вот ублюдок, и что с этим делать? Ну и что с этим делать? Зачем я это вытащил? Хер его знает. Так, ну-ка. А цепишь модификации можно делать, наверное, да? Там на урон. Все дела. Ну там, наверное, тоже металлолом нужен. Так, идем. А, все, понятно. Иди сюда. Какой город, а? Мое почтение. Это что такое? Хорошо. Ты посмотри на это. Да. Тернист, путь к машине, тернист. По времени уже заканчивать серию надо. Хорошо, мы взорвали ее. Это что такое? Так. Я думал, это... Айзек, вот он.
Далек! Стреляем в него! Кто стреляет? Где кто? А, понятно. Но я вас вижу, подсаки. Это как понять? Мне кто-нибудь это вот объяснит, что происходит вот здесь? А это что, неубиваемый в смысле еще? Понятно, да. Это так чудесно работает игра. Так, надо цепи модификации сделать. С пятикратным уроном. Нахер. Игра, ты что решила? Ближе к концу глючить начать? Давай, открывайся. Иди сюда. Здесь тоже сейчас это все заминировано. Это кто, Карвер стоит? Да, это Карвер. Хорошо. Они не могут эти что? Ты его видел? Да, на стене. Остановить его любой ценой. Ну все, короче. Айзек, он уходит. Обожди, у меня уже есть план. Подожди. Айзек, какой у тебя план? Да ты достал, что ты кувыркаешься, когда не надо? Это что? Артефакт юнитолога? Озарение дня, Якоб Даник. Всякий истинный путь духовного познания заставляет нас сомневаться в своей вере и решимости. Но тщательно взвесив все факты, я понял, что хочешь сказать, это планета. Понял, почему люди до сих пор не достигли схождения. Жители Тау Валантис, как и мы, восстали против обелисков, восстали против планов самой природы. Почти сформировавшаяся луна на орбите указывает, что они были в шаге от обретения нетленного блаженства. Теперь наш черед пройти их испытания. Лишим ли мы себя шанса на величие, проявив малодушие перед финальной стадией? Подадимся ли мы страху, когда останется сделать всего лишь один последний шаг? Вера придает смелость, друзья мои. Сегодня мы станем теми, кто отбросит страх и примет будущее, обещанное нами обелисками. А, тут, короче... Да что ты делаешь? Просто беги, баран! Без конца сальтируют. Капец. Карвер, ты живой? А, это так задумано? Что это за бред? Кодекс! Айзек поймал. Как-то не так все вышло. А да, это мне. Боже, ну же. Айзек, ты соскальзываешь, Айзек! Ты проклятый еретик, найти его. Вот они слушаются его, прям беспрекословно. Это что такое? А, вот сохранение. Сюда. Куда? А, черт, встречаемся у машины. Ну да, но ты уже понял, да? Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.